Сушеные грибы-лисички. Их польза и вред для здоровья известны не каждому. Сушеные лисички применяют для укрепления здоровья не только в народной медицине, препарат можно купить и в обычной аптеке, как антигельминтное средство. Сушеные желтые лисички богаты макро- и микроэлементами и другими полезными для здоровья составляющими. Именно поэтому лечебные свойства сухих лисичек известны не только знахарям, но и квалифицированным врачам. Польза сушеных лисичек для здоровья проявляется в спектре влияния на организм, общем укреплении здоровья и иммунной системы человека, профилактике и лечении ангины и простуды, помощи при онкологических заболеваниях, выведении глистов, улучшении работы печени и поджелудочной железы, нормализации общего состояния организма, снижение болезненных проявлений при гепатите С и туберкулезе, укрепление сердечных мышц, повышение общего мышечного тонуса, выведение тяжелых солей из организма, восстановление зрения, улучшение общего состояния кожных покров и волос, восстановление метаболизма и нормализация веса, стабилизация работы пищеварительного тракта, снижение показателя сахара в крови, стабилизация уровня гемоглобина. Несмотря на обилие в сушеных лисичках полезных для здоровья веществ, употреблять их без рекомендации врача не стоит. Самолечение может быть опасно для здоровья. Чаще всего сушеную лисичку применяют в борьбе от паразитов, при лечении онкологических заболеваний, болезни печени и поджелудочной железы, для общей поддержки здоровья на высоком уровне. Употреблять полезные средства из лисичек можно сделать настойку на водке или на красном вине. Берется 1 столовая ложка порошка и заливается водкой или красным вином на 1 стакан. Все это перемешивается и убирается в прохладное темное место на 10 дней, настаивается, и каждый день надо перемешивать. Принимать состав следует за полчаса до еды, желательно натощак. Полезный раствор перед употреблением следует взболтать, поскольку порошок может осесть на дно в виде осадка. Настойка будет полезной при выведении паразитов из организма. Она также избавит организм от личинок, которые могут вновь развиваться во взрослых паразитов. Принимать следует 2 чайных ложки на ночь. Курс лечения составляет 20 дней. Полезная настойка также эффективно справится с проблемами печени и поджелудочной железы. С этой целью ее принимают по 1 чайной ложке на ночь в течение 90-120 дней. Для улучшения состояния здоровья при гепатите будет полезным прием средства по 1 чайной ложке утром и вечером. Курс приема составляет 120 дней. Есть категории людей, которым лучше не принимать эти грибы, а тем более настойки отвары. К этим людям относятся беременные девушки, кормящие мамы, дети до 3 лет, люди с индивидуальной непереносимостью грибов, людям с проблемами желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта лечение сухими лисичками разрешено, но с соблюдением мер предосторожности.